Бисмилля, альхамдулилля, уважаемые братья и сестры, ассаляму алейкум, рахматуллах. Вот эту газету, газету «Ассалам», я называю газетой для всех. Сейчас поясню. К примеру, вы подписались на нее. Вам ее доставили на дом. И вот для всей вашей семьи в этой газете найдется что-то подходящее, интересное и полезное. К примеру, ваш ребенок найдет что-то интересное на детской страничке. Это сканворды, это викторины, но с духовно-нравственным подтекстом. Для наших матерей, сестер, жен, помимо религиозных знаний, найдутся и очень ценные советы по сохранению семьи, очень важные советы, как правильно воспитывать детей, также советы по кулинарии, например. Далее, для любителей истории, здесь прекрасные, вдохновляющие эпизоды из жизни наших предшественников. И все это в доброй газете, газете «Ассалам». И я думаю, вы со мной согласитесь, уважаемые братья и сестры, что сегодня, в наше время, насколько важно, чтобы в наших семьях, в наших домах был достоверный и проверенный источник, особенно религиозных знаний. Поэтому позаботьтесь о себе, позаботьтесь о ваших семьях, подписывайтесь на газету «Ассалам».